что с голова минерала на хрена. И, наверное, мы грызу на помощь. Мы можем помочь тут. Но после сколько у них осталось. Альтаир Арс. Все помизано на корону. Так вот. Вообще обороны нет. Если что, можно на бизнес-центр слетать деньги взять. Фара вообще нет. Но где не более один галлийский военный. Посмотрим заодно Даркара и Рейнджера. Явно индустрии минерала у них. Скорее всего, пойдем туда, где меньше рынка. Мегрес, раз, два, а там же нет ничего. Солнце. Вот пару галлисов тех, как раз по планете выдали рейнджеров, забрали на солнце, сохраняться. Варцы 5-6. Непонятно, ну, что он делает. Да не было еще пару рейнджеров. А на Мегрес куда все полетят? На Мегрес. Ну, придется где-то, наверное, один и был. А если что, вернемся на Мегрес. А все сарцы, скорее всего, они на Мегрес и прыгнут, их много. А мы зайдем в тыл. А вначале выглядело, что мы не... Возьмем с собой минерал. Тут жулик этот останется, если нападут он.
находится под нагрузкой скорости. Так, компьютер нас обманывает, игра. Теперь я так сильно много императоров штампую. И смысл на один не было поймать. Снять билет. А то тренули на Мегресе. Здесь еще что-то сильно много. Пара фрегата, пара смерши, рогик, это немного, 30-30 годы, смерши еще и тесно. Один экифар. Но где не было, отбилась. Гайна крутая оказалась. Индустриал. Ну посмотрим, может тут рейнджеры там штук 7 должно было. Выбьем что-нибудь. Там все равно нам не хватает. На лидерство очков. Если что, сейвились, но... Где не болит, это там нет, что там нет. Мы ждем зонд еще 89.